Чтобы все дела ладились, а настроение было всегда хорошим, нужно разгадать секреты доброты. Малыши из детского сада номер 23 с этой задачей справились. Вместе с воспитателем Надеждой Савенковой они научились дарить друг другу улыбки. Потопали, чтобы не злиться, прошлись по радуге радости. Представить свои наработки – основная цель третьего этапа конкурса «Воспитатель года 2024». Показать работу педагогов, какая она творческая, и показать методики и технологии, которые применяют воспитатели у себя в своих учреждениях в работе. За 15 лет работы с детьми их у Надежды накопилось немало. Но, несмотря на солидный опыт, всегда есть чему учиться, уверена педагог. Всегда хочется чего-то больше. А конкурс всегда дает прирост в знаниях, в умениях и в какой-то степени это конкурентоспособность. А вот Светлана в профессии лишь 3 года. Быть педагогом мечтала с детства. Психолог по образованию, работая с детьми с тяжелыми нарушениями речи. Несмотря на разные методики и опыт, конкурсанты убеждены – залог успеха – любовь к малышам и понимание их индивидуальности. Нравится детская непосредственность. Вот, ну, мы уже взрослые, да, и нам кажется, что вот что тут вокруг такого особенного? А дети, они находят особенное во всем. Вот, казалось бы, в обыденных вещах они находят особенное и учат меня этому. И это удивительно и потрясающе. Очень люблю детей, поэтому само наслаждение быть рядом, быть в теме и быть на тех эмоциях и чистоте, наверное, которой очень не хватает в нашем мире. В третий этап конкурса профессионального мастерства из 12 педагогов путевку получили 5. В декабре их ждет заключительная встреча за круглым столом. По ее итогам станет, наконец, известно имя лучшего воспитателя округа. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».